Quando seu marido voltar para casa? Что за Лола? Все это купил. А, ты не купил. Я поняла, что я тоже. Я скучаю по приключениям. Так говорите, на вас напали пираты? Когда вы нашли... Давай, помогу. Ты живой? Да. Эй, Салли, они со мной. Где вы? Вот здесь. Все взяли? Да, вроде все. А что забыли, то можно продать. Может, все-таки подбросить? Спасибо. Но я люблю летать с комфортом, с коктейлями и откидными креслами. К тому же, нам с ней о многом надо поговорить. Это точно. И чтоб больше не звонил среди ночи последний разок. Обещаю. Спасибо. Береги себя. И не пропадай. Будешь в городе, с меня пиво. Это я запомню. А потом кролик все равно сбежал и оставил много неожиданностей прямо у директрисы на кровати. Эй, вот. Эй, ты что ей рассказываешь? Про твое увлечение фокусами. Придурок. Какой был псевдоним? Скажи ей. Великий Нейт. Не понял, что тут смешно? В его оправдание могу сказать, он был и правда крут. Ага. Ну, Сэм, знакомство с тобой было приключением. Пожмем руки? Ну... Нет, давай-ка по-взрослому. Присмотри там за этим остолопом. Присмотрю. Я догоню. Ага. Хорошая. И, похоже, за что-то тебя любят. Похоже. Слушай, предложение в силе. Спасибо, конечно, но нет. Если ты боишься нас стеснить, брось, нет, мы все обсудили. Дело совсем не в этом. То есть и в этом тоже, но... Просто я думал, что после сокровища Эвери я успокоюсь. А я, наоборот, почувствовал внутри какую-то... Пустоту. Да. Знаешь, каким бы классным ни было приключение, в итоге всегда это пустота. И однажды надо просто выбрать, что оставить себе, а от чего отказаться. Ну, я пока не готов выбирать. К тому же, ты больше меня повидал древних городов, и меня это напрягает, так что... Я тебе парочку оставлю. Ну, спасибо. Ну, что, нам пора. Ага. Сэм, мы крутые. Это точно, брат. Иди сюда. Не делай ничего, чтобы не сделал я. Давай уже, катись. Ганкубе. Ага. Ну, Виктор, какие планы? Пока меня не втянули в это. Я работал над одним деловым предложением. Деловым?
Опасно? Ну, с этими людьми... Всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел. Только что из тюрьмы вышел. О, даже не знаю. Ему можно верить? С оглядкой. Португальский знает? Quando seu marido voltar para casa? Переведи. Когда возвращается твой муж? Сойдет. Пошли. А сигара не найдется? А вот это перебор. Доброе утро. Это уж точно. Утро доброе. Ладно, сдаюсь. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Марин. Да ладно. Ага. Ух ты. Ну, здорово. Тебя, наверное, можно поздравить? Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Это прекрасно. Да. А ты останешься? Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться, с семьей побыть, порыбачить, опять же. Молодец. А что за олух все это купил? А, ты и купил. Что? Хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Стой, Джеймс! Эй, погоди! Привет. Доброе утро. Ты что здесь делаешь? Я хочу осмотреть будущее владение. Ключи я ему уже отдал. Так это что, серьезно? Нейт, не сомневайся. Это будет очень хорошее вложение. Решайся. В общем, звоните. Ладно. Привет. Привет. Ты покупаешь Джеймсон Марин? Мы покупаем Джеймсон Марин. Ну, ясно. Супер. Зачем? Ну, я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов Малайзии. Думаю, это для нас. Нет, милая. Мы же еле выбрались живыми из Либерталии. Да. Опять нелегальная работа? Ты знаешь, чем это может кончиться. Ну, почему нелегальное? Вот. Этим утром пришли. Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Так, кстати, не пришлось никому на лапу давать. Это хорошо, потому что денег на взятки у нас все равно нет. Ну-ка. Руку протяни. Что? Руку протяни. Давай. Охренеть. Ага. Откуда это? В кармане у себя нашла. И еще целую кучу. Кучу? Сэм. Он такой ловкий. Да. Конечно, большая часть уйдет на эту покупку. Ну и на видеоаппаратуру. Аппаратуру? Да. Раз уж мы достаем этот корабль со дна морского, надо взять команду, все заснять и возродить мою программу. Милая, а как же наша... нормальная жизнь. Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули. Слушай,
Я поняла, что я тоже. Я скучаю по приключениям. И по нам скучаю. Теперь мы можем делать то, что любим. Но только с этого дня мы все делаем строго по закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку своей жутко дорогой камерой. Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Но слушай, если не хочешь, только скажи, и мы все отменим. Что? Нет. Не будем лишать Джеймсона его раннего выхода на пенсию. Это жестоко. Ну да. Но будет непросто. Как и все интересное. Ну? Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. Я тоже не могу. Я буду занята, у меня аж будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж, ладно, тогда по очереди. Да. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже крут, не... уже скорость реакции прокачалась. Ну я же не могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продуть? Я ни капельки не боюсь. По 10-бальной шкале. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А, по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже, это... Ладно, все, напросился. Где они? Мам, пап, вы дома? Тут. У мамы странные вкусы, но это мне нравится.
Они нас бросили. И убежала. Тадж-Махал, вот и я. Еще пара недель. Ах, классный день. Ну, где остальной экипаж-то? Здесь их тоже нет. Ладно, тогда просто подожду. Что вы там прячете? Смешные. Ключи забыл. Ключи забыл. Не выйдет. Ничего не выйдет. Ух ты! Я знала. Что это? Как-то жутко, но круто. XVI век. Откуда это? Испанский дублон. Откуда он? Пиратская. Похоже на знак Эвери. Стоп, это знак Эвери? Это что? Дырка от пули? Так, а тут кусочек смолы? Странно. Генри Эвери, Ганг и Савай. Стоп, вы ищете сокровище Эвери? Да ну, это папа?
Сик Парвис Магна. Великое начинается с малого. А тут что? Чего? О, черт! Черт! Вот ты где. Привет! Мы тебя искали. Ты что делаешь? Да вот вас ищу. Мы все погрузили. Идем. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Мне надо... взять... Что такое, Кэсси? Ладно. Не злись. Говорю же, не злись. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Ну, вот только фотку с дядей Салли. И с каким-то испанским сокровищем. И с ружьем. Да. На. Это должно было случиться. Может, пора рассказать? Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры? Да, манеры. Пардон. Ну, что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере... Череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я еще не готов. Правда. Нейт, пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда вы, Сэм. Это было другое дело. Ага. Так, слушайте, если у вас там были какие-то темные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. И сколько тебе? Ха-ха, смешно. Мам? Ладно. Так, ну, в общем... Как-то мне позвонил парень. Якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Да, красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит: оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завел нас в лапы индонезийских пиратов. Да брось, ты же знаешь, это не моя вина. Стоп, тайм-аут. Так говорите, на вас напали пираты? Когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка. Так, что ли? Ну, да. Да, типа того. Да. Брехня. Манеры. Врете. Лучше. Ладно, я слушаю. Знаешь, солнце светит, лодка ждет, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был, Дрейк? Жуткий? Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты пути к Эльдорадо. Золотой город? Это по легенде. На самом деле это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьезно. Но до этого еще. Сначала как-то совсем тяжело.
attention.